О былых временах, мудрых ханах и отважных батырах в Петропавловске обсудили ключевые моменты становления нашей государственности. В этом году Казахскому ханству исполнилось 550 лет. Моя коллега Ирина Панфилова узнала подробности жизни исторических личностей той эпохи и встретилась с их потомками. В числе почетных гостей круглого стола Макжан Рахимов, родословный ветеран труда, яркий пример того, что без прошлого нет будущего. Он потомок Кульцары Батыра в седьмом поколении. Почетный гражданин Кызылжарского района гордится своим великим предком, охотно о нем рассказывает. Он был правой рукой Аблайхана, выполнял функции как посольство с другими, связь с Россией, с Цинской империей. А еще земляки считали Кульцары Батыра святым, то есть аулие. Участники встречи говорят, его личность заслуживает особого внимания. Он не только был батыром, батыр в понимании нынешнего поколения – это герой. Так. А он был мудрецом, полководцем, заботливым отцом народа. Потомки, которые здесь живут, здравствуют, строят независимый Казахстан, не должны забывать о своем отце, о его святой памяти. Подробнее о жизни Кульцары Батыра и его сподвижников участники разговора могли узнать и из материалов выставки. Собирали уникальные архивные документы годами. В 2006-2012 годах выявляли в российских архивах, получили огромный материал по истории Казахского ханства 18 века, о исторических личностях 18 века, сподвижниках Аблайхана. Это Кульцары Батыр и Кулике Батыр. У нас в задумках сделать сборник документов по истории деятельности Кульцары Батыра. Ключевые моменты становления казахской государственности активно обсуждали не только историки, ученые, но и молодежь. Важно помнить о тех, благодаря кому мы живем под мирным небом. Все выступления были очень интересные. Мы много узнали о Батыре Кульцары. И думаю, что не только мне как историку, но и всему Казахстану, всему народу эти все знания пригодятся в жизни. Это наша история нашего Казахстана, нашей Родины. Тему юбилея Казахского ханства североказахстанцы обсуждают активно. Говорят, в истории страны еще много фактов находятся под завесой тайны, которую предстоит приоткрыть. Ирина Панфилова, Владимир Боровков, новости МТРК.